Здорово, народ! Меня зовут Павел, и это канал «Полный привод». Я давно уже не монтировал видео, потому как у меня сгорел мой ноутбук. А на старом ноуте с процессором 1.4 делать это крайне тяжело. Но тем не менее, я решил смонтировать эти видео для вас. Я постарался сделать их интересными и не скучными. А вас, в свою очередь, хочу попросить не забывать про рекламу для более качественных и интересных видео в дальнейшем. Всем приятного просмотра! Хочу выразить отдельную благодарность за съемки данного ролика автомобильному клубу «Дружина». Ссылка на группу в описании под видео. 8 октября 2016 года в Щекинском районе состоялся трофи-спринт «Формула грязи», который мы с другом решили посмотреть и поснимать, а другу удалось поучаствовать штурманом в одном из автомобилей. Снимаешь? Я тебя слышал, супертурист решил рвануть. Надо было там ехать-то. Где? Вот тут там. Не знаю. Не знаю. Проверь, посмотри. Капун пил. Надо выбрать момент, когда мы перекопим. Тихо. Ясно. А так тоже гонял здесь? Так, нет, мы. Она маленькая, может быть.
Чай без сахара? Без сахара. Сахар. Может, я капнуть? Я покушать не нужно. А? Засел опять.
Нет. Ниву, Ниву. Не-не-не-не-не-не. Все. Он опять на позу сел. На позу, конечно. Он на позу и все. Куда он полез второй раз, я не знаю. Бампер. Бампер. Тугой, но бампер. Да, ну. Не, назад, Витек. А что, Дим, пьет? Не, ну те же тоже застряли. Ну, резина хреновая. Что нам быть? Блинка звала. Блинка, мучи, давай. Сюда. Повиснет. Вот я говорю, что он повиснет. Куда он полез-то? Да ладно, он повиснет на ней. Раскатку давай. Драгу не сдаешь. Да ладно, она уже все, она начала это дымить. Это резин дымит. Ну, я и говорю, что куда? Ну, слушай, асфальт, что асфальт. Ни в одну, ни в сторону, ни в другую сторону. Назад. Куда? Назад. Только назад. Ну, выпустите его. Вот ему и выпускать его. Прямо поедет. Он не, он не сдастся, да, он попрет сюда. Повис. Нет. Все. Чуть-чуть. Все препятствия с буксом, с этими. Но... Она длинновата, да, для... Лучше бы он меня с тобой не брал. Юрик, твоя работа, Юрик. Вот толкай, он машину хоть помоет. Ну, назад, мне кажется, сначала надо. Его назад надо, Юрик. Его назад надо. Да, тетёля, ты куда поставилась? Тоже потолкаешь. Мне интересно знать, куда она пытается вылезти. Толкнула. Поел рыбки. Поел рыбки. Раскачка. Пойдем, долго. У него такая же система, как у меня на две. Я не пропускаю систему. Куда он попер на ней? Нет, вперед лучше. Раскачка вперед, пойдем. Юра, давай спущусь.
Стал он так четко. Алло. На чем? На квадрике, что ли? Нет, это что, ребята?